работавших или работающих там, «Экзомарс» первый в буквальном смысле способен докопаться до истины. Наш марсоход, в который мы доставим на поверхность Марса, обладает глубинной буровой установкой, в отличие от всех когда-либо запущенных к Марсу марсоходов. Будет проведено бурение на глубину до 2 метров, где мы и посмотрим, может быть, под землей кто-то живет. Совершить посадку на Марсе планируется в июне 2023-го, а проработать марсоход должен как минимум один марсианский год. Если мерить земными цифрами, это 687 дней. Что же касается отечественной лунной программы, то вслед за Луной 25 в космос отправят станции 26, 27 и 28. Кстати, Луна-28 будет выглядеть как взлетно-посадочный корабль, который должен не просто добраться до естественного спутника, но и вернуться.